Всем привет, вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0. Мы продолжаем свою эпопею по проверке продуктов. В прошлый раз мы выкладывали видео про гречку, которую мы промывали, была грязь и всякий мусор. Сейчас я вам покажу следующее видео. Смотрим. Оп. Так. Приобрели вот такую вот штуку. Называется печень трески по-приморски. Все рыбки нарисованы. Состав, производитель, можно посмотреть. Кому интересно, на паузу поставить и посмотреть. Я не буду сейчас это сдаваться. Короче, суть в чем. Вообще печень, когда покупаешь в банке, она должна быть однородной массы, однородной консистенции. Здесь в банке что-то типа, я даже не знаю, что-то типа пшенной каши. О, еще одного нашел. Смотри, что. Хотел это сделать как бы сюрпризом. Начал мешать, и вот. А в банке? Блять, как вытащить? Поддеть не могу. На стол. О, в банке вот такие черви. Я хотел, как сюрпризом, вот, достал два штуки вот таких червя из банки. Маринованные они уже. Вот. Это черви, реально черви. Типа глистов какая-то фигня. Блин, фокус не наводится. А, вот. Они уже маринованы, то есть они как бы дохлые. Но вот этот вообще меня поражает своими размерами. Во. Но сам факт, что в банке, которую вот мы как многодетное семейство приобрели попробовать, там печень трески, там как в детстве там намазать на хлебушек бутербродик, а оказалась вот эта вот хрень, похожая на манную кашу. Ну да, что-то типа, или ячневая каша водой замоченная, что-то типа того. И когда вот здесь вот ковыряешься в этом деле, там, я сейчас не знаю, найду еще, нет. Вот я нашел три червя в банке, три какие-то глистан. Так что, прежде чем что-то кушать, что вы приобретаете, лучше также мы... Открыли вторую банку, купленную в этот же день в этом же магазине. Я вытряхнул это все на тарелочку, начал смотреть, а тут... Вот, на край тарелки, я не знаю, тут уже раз, где тут? Раз, два, три, четыре, пять, вот это вот шестой. Кто скажет, что это не глист, а рыбная косточка? Я тому плюну в рожу, нахуй. Если бы это печень, сука, трески. Откуда в печени косточки? Это раз. А во-вторых, косточка, она бы должна быть жесткой, а не как вот эта вот параша выглядеть. Ну это реально червяки. Реально червяки в банке с печенью трески. Черви. Я не знаю, как, куда. Я ту банку уже выбросил в помойное ведро. Вот открыли вторую банку. Сейчас крупным планом я сниму. Не знаю, видно будет, нет? Это не то. Где тут производитель? Вот производитель этого говна. Номер телефона, имейл. Телефона горячей линии, к сожалению, нету. Но я думаю, что на имейл я им сейчас... Видюшку-то отправлю с этой парашей. Пусть сами кушают. Все-таки заглянуть в это, в баночку. И посмотреть, что вы собираетесь кушать. То есть, очень нехорошая такая штука. А представляете, вот этим вот продуктом. О, вот он, наверное. Нет. Вот этим вот продуктом, не дай бог, детей накормить, наедятся. С червями. А, Вера у нас покушала уже, да, Вера? С ребенком. Вот он, еще один. Блин, не могу достать. Он. Через телефон, короче, неудобно. Но факт в том, что вот. Вот он. Наверное, вот он. Короче, жескач. Ну и с другой стороны, вот это вот печенью-то трески никак нельзя назвать. Это, я не знаю даже, за что деньги отдали. Это
какая-то параша полная, а не печень трески. Жесть, короче. Ну, я сейчас еще полазю, там посмотрю, так, ради интереса. Но реально в банке вот с этой вот печенью сраной, вот печень трески, реально в ней черви. Вот они. Я вот достал. Я не знаю, на каком этапе они туда попали. Может быть, они в рыбе были там. Или в чем. Из чего вот это говно делали. Но это реально вот, вот они. Если бы ее не готовили, как вот, ну, если бы я не знал, как готовить консерву, они бы, по идее, они шевелились, они были живые, они бы там дальше жили. Но вот тут они уже как в маринованном виде, получается, или как они, в консервах. Ну, ситуация жуткая. Ой, вы находитесь на канале Мысли Вслух 2.0. Это ни в коем случае не реклама, не антиреклама никакая. Просто приобретаем продукты, и вот то, что попадается, сразу же выкладываем в интернет. Под видео ставьте лайк, большой палец вверх, делитесь нашим видео. Увидимся, всем пока.